Не успели освоить 200 миллионов рублей, но утвердили региональную программу капитального ремонта жилищного фонда и бюджет на следующий год. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма поделились итогами работы и рассказали о планах на 2016. Эдуард Здоров знает подробности. У Министерства ЖКХ в этом году было немало забот. Это и вопросы водоснабжения, и модернизация технического оснащения, и окончательный переход на российские правовые нормы. По словам профильного министра Александра Жданова, большую часть задач удалось выполнить. Тем не менее, есть и определенные проблемы. Большинство связаны с режимом ЧС. Проблемы идут пока вложением на ремонт систем водоснабжения водоотведения. К сожалению, вот тут мы не освоили все деньги в этом году и возвращаем в бюджет около 200 миллионов рублей. Среди достижений – утверждение региональной программы капитального ремонта жилого фонда на 2016-2046 годы. По этому документу со второго полугодия следующего года жители полуострова начнут отчислять деньги на ремонт своего многоквартирного дома, а затем на накопленные деньги будет поэтапно произведен ремонт кровли, фасада, внутридомовых сетей и прочего. Принят нормативно-правовой акт о минимальном взносе за капитальный ремонт собственниками жилых помещений. За квадратный метр принято норматив 6 рублей 16 копеек за общую площадь квартиры. За общую площадь квартиры. Не жилая, еще раз говорю, общая площадь квартиры. Общий же бюджет Министерства ЖКХ на следующий год составит 1,9 миллиардов рублей. Эдуард Здоров, Алексей Романов. Время новостей.